Так, ну и под занавес хочу показать вам, как я придумала лук в стиле Вивьен Вествуд. Я вообще люблю эту эпатажную дамочку. Вот, поэтому это мое творение, в принципе. Как бы я хочу сделать несколько аутфитов. Следующий лук, наверное, будет в стиле Шанель, а это как бы в стиле Вивьен Вествуд. Вот, значит, очень все просто это сшилось. Здесь, значит, просто сшиваются, как бы, можно сказать, даже два платка. Ну, просто я купила вот такую вот ткань. Такую, да, в английском стиле. Тартан или как она там называется. Вот. И, значит, сапоги черные. Конечно, у меня нет таких, знаете, эпатажных, как у нее в коллекциях. Но эти тоже такие, знаете, вычурные. Вот, все очень легко шьется, просто сшиваются две, значит, как бы два платка, что ли, и все, вот в такую юбку. И получается, как бы такой, знаете, здесь вот я здесь закрепила на брошку, такой тоже в красно-зеленых тонах. И все, и получился вот такой вот сарафанчик, значит, красный ремешок, красная сумка и вот такой вот. Необычный, можно сказать, даже, я бы сказала, а наряд у вас получается эпатажный, потому что красный, вызывающий такой, и в то же время очень простой, и очень все это легко шьется. Так что всем пока!